В деревне Новое Няндомского района введен режим повышенной готовности. Поводом стали сразу несколько пожаров, произошедших в один день. Эти кадры любительские, но на них хорошо видно, как пламенем охвачено с десяток домов. Погибших нет, однако двое жителей остались без крыши над головой. Очевидцы сообщают, причиной могли стать неисправные электросети. Прокуратура региона уже начала проверку. Прокурорами организованы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в населенных пунктах и готовности к пожароопасному сезону. Кроме того, прокурор Няндомского района принял участие в комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Няндомского муниципального района. На заседании комиссии принято решение введения режима повышенной готовности на территории населенного пункта, где произошел пожар, в связи с сохранившейся угрозой распространения огня. Всего же за минувший день пожары произошли в 4 населенных пунктах Няндомского, Верхнетуемского и Красноборского районов. Сгорело 26 домов. Пострадал объект культурного наследия федерального значения — церковь апостолов Петра и Павла в деревне Цивозерский погост. Там также продолжаются проверки.